Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Этот день служит напоминанием о том, что старшим нужно помогать, уважать их, обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди. Уже вошло в добрую традицию в преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается в Российской Федерации 1 октября, поздравлять людей преклонного возраста. Представители администрации Амурского района и Совета ветеранов посетили несколько адресов, чтобы поздравить и вручить подарки пожилым людям. Прям от души вас поздравляем с праздником. Спасибо вам большое. И вот хотим куда-нибудь. Да, вот такой небольшой... Маленький, но тяжеленький, да, подарочек от нас, от всей души. Людмиле Алексеевне 94 года. Она очень рада за своих детей, внуков и даже праправнуков. По ее словам, в своей жизни ничего бы не поменяла, и будь второй шанс, прожила бы так же. Ну, работала в домовом управлении. Вот. Всего в Амурском районе 140 человек старше 90 лет, 16 старше 95, и один человек встретил в этом году свой вековой юбилей. Несмотря на дождливую погоду, делегация посетила все намеченные адреса, выразив тем самым свое не без участия в жизни пожилых людей и людей преклонного возраста. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Евгения Кириенко, телеканал «Амурск».